Приветствую вас. Я думаю, что целесообразнее будет все-таки поехать к ней. Я думаю, что у вас сильные чувства и, соответственно, нужно как минимум дать выход, тем более, что вы собирались, тем более, что вы ее любите, тем более, что она тут тоже к вам что-то чувствует. Вот. А что касается того, что она с кем-то спала, то это, опять же, вопрос исключительно морали, да, то есть одно дело, если вас это задело и вам это неприятно, вы пишете, что отталкивает вас, это скорее свидетельство о том, что вы не уверены в себе и что вы как-то вот, ну, чего-то боитесь, скорее всего, вот. Как правило, значит, ну, как правило, с этим, значит, связано, вот, либо, если вам как-то, ну, как-то неприемлемо с точки зрения, значит, просто общей, да, вот, то здесь, конечно, вам уже нужно определять для себя, готовы ли вы поступить со своими принципами ради нее. Вот. То есть, если вы ее примете, то нельзя ни в коем случае ей об этом напоминать, да, нельзя ни в коем случае ей это ставить в вину и так далее. Вот. Что касается любви, то я думаю, если честно, что это идеализация. Вот. То есть вы наделяете девушку теми качествами, которые вы хотите видеть в себе. Вот. Ну и, соответственно, желательно бы как-то вот определить, да, что это за качество. Такие. То есть, знаете, тяга – это еще не любовь, и пока то, что вы описываете, это именно страсть, вот. Это не любовь, как таковая, вот. То есть, любовью это назвать, наверное, нельзя, но поскольку чувство сильное, и поскольку у вас есть возможность быть вместе, то я думаю, что попробовать стоит. Вот. Но вам параллельно с этим нужно все-таки подумать о том, о природе своих чувств и о природе ваших ощущений. Вот. Понимаете, с точки зрения морали и этики неприятно быть не может. Именно с точки зрения морали и этики вам не может быть неприятно. Неприятно может быть с точки зрения чувств. С точки зрения морали и этики это просто выбор. Это просто выбор человека. Вот. Что касается ее симпатии, паузы, перегорания и опять чувств, то, ну, просто человек мог испугаться развитие отношений, быстрого развития отношений, такого, как у вас произошло. Вот. Это нормально. Это в пределах нормы. Вот. Я думаю, что если у вас есть возможность, вам лучше поехать, вот, но еще раз повторю, как только эмоции схлынут, да, они схлынут, нужно будет поработать вам над собой и посмотреть источники своих чувств, чтобы хотя бы отделить то, что вы, к примеру, хотели бы для нее, да, и то, что вы хотите для себя. Вот. Ну и еще раз повторю, ваша
неуверенность в себе, которая имеет место быть, да, и ваше отношение к сексу, как к чему-то такому вот, на мой взгляд, запретному, грязному и так далее, это то, что требует особого и отдельного, к сожалению, внимания, потому что, ну, такие вещи на ровном месте не бывают. То есть у вас видимо, уже какие-то, ну, ожидания были относительно девушки, вот, то есть вы себе уже понастроили замков, вот, ну, я имею в виду замков воздушных, вот. Мне кажется, что это, ну, далеко не самое лучшее, что вы вообще можете сделать. Вот, опять же, в основе этого скорее всего, лежат ваши потребности. То есть, вот вы видите, как бы сравниваете девушек. Вот, то есть вы говорите, вот, там, ну, ни с кем из девушек у меня там, типа, не было такого, вот, только с ней, да, то есть тут вот, ну, есть, опять же, видимо, какие-то основания, да, какие-то вот есть, критерии, по которым вы выбрали именно ее. Вот это, конечно, вам лучше было бы для себя определить, вот. На мой взгляд, тоже. А что касается наших эмоций, то, ну, это похоже на эмоциональную привязанность, вот. И тут вы ее идеализируете, еще раз повторю, как таковую вы не принимаете, вы считаете уже, что она не может спать с другими мужчинами, хотя она с вами в отношениях не была. Вот. В основе лежат какие-то ваши желания, какие-то ваши потребности, либо страхи. Вот, вот так. А что подробно, нужно разбирать на индивидуальной беседе, потому что слишком мало информации о вас. А что касается болезни, нет, я не думаю, что у вас болезнь, то, что вы мне в личном сообщении написали, я не думаю, что у вас болезнь, я думаю, что речь идет просто о привязанности, так не будет просто. Вот, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.